Полигон Брестский – один из крупнейших в Республике Беларусь. Практически еженедельно он становится местом проведения разного рода учений. От небольших образовательных мероприятий отдельных подразделений до крупных учений международного масштаба. Здесь испытывается серьезная военная техника. Здесь проверяются реальные схемы отработки отдельных специальных операций. Хотелось бы обратить внимание жителей города Бреста и района на то, что территория полигона является территорией повышенной опасности. На территории полигона проводятся мероприятия боевой подготовки с использованием боеприпасов и взрывчатых веществ. К сожалению, незнание или халатность к собственной жизни и здоровью порой приводит к трагическим последствиям. Именно поэтому военнослужащие просят граждан быть внимательными. Сбор грибов и ягод на территории полигона запрещены. Территория полигона по периметру обозначена специальными знаками. Поэтому при приближении обращайте на них внимание. Испытывать русский авось все же не стоит. А потому, чтобы отдых запомнился только приятными эмоциями, а корзины и лукошки были полны даров леса, планировать свои выходные лучше в разрешенных для этого местах.